Все, хватит уже плясать, да, наплясались уже. А нет. Деньги не кидают, плясать нет смысла. Итак, а сейчас мы продолжаем нашу вечеринку. И те люди, которые пришли к нам сегодня сюда, не участвуя в конкурс косплея, могу предложить спонтанное косплей-дефиле. Те, кто в соседних залах, добрый вечер! Кто хочет поучаствовать спонтанно в косплей-дефиле, если это косплей, то закопай меня в землю. Спонтанно. Тебе можно, я тебе разрешу. Еще варианты есть. Кто еще хочет поучаствовать в конкурсе спонтанное дефиле? Я участвовать не буду, может меня не фотографировать. Рупор! Рупор, вот, еще есть второй человек. Правильно, да? Я правильно понимаю? Кивайте, правильно. Да. Так, кто еще хочет поучаствовать в спонтанном косплей-дефиле? Только покажите мне косплей изначально. А, он разденется? А у нас не народный стриптиз, у нас дети в клубе. У нас есть несовершеннолетние. Вы можете прийти после 21.00 в клуб Вельвет. Для этого вам необходимо докупить билетики у нас на кассе. Вот. Если вы хотите продолжение тусы, без проблем мы вас вечером будем ждать. Но микрофона будет уже не я. К сожалению. Хотя нет, наверное, к радости. Потому что пьяным я уже не смогу вести программу. Ну что, начинаем спонтанное дефиле? А теперь участники, которые хотят участвовать спонтанно в косплей-дефиле, выйдите вот сюда передо мной. Раз, два, три, пойду как к зрителям в лицо. Ну, давайте еще кого-нибудь, одного. Четыре. Его. Четыре человека. Я еще. Кто больше? Как Кириллов, пять. Кириллов, не креветки так продавать будешь. Это не я сказал. Простите, это не мой юмор. Итак, уже пятеро. А вы что, плодитесь тут? Хорошо. Только мне интересно, почему персонажи с разных аниме плодят персонажей совсем других аниме. Так, какой-то. Это. Да, типа, что я сказал, Сёнэнай? Капец какой. Знаю, наверное, парень. Полюсь. Закончили. Итак, у вас... да, ребятки, кстати, после вашего спонтанного косплей-дефиле вам нужно будет подойти... Раз. Вот к этому человечку и сказать свой ник. И теперь запоминаем свои номера. Номер 1. Номер 2. Номер 36, номер 4 и номер 5. Ладно, ты номер 3, я пошутил. Итак, у вас есть для дефиле, то есть как мы работаем, как работают модельные агентства. Выходит, первый человек покрутился, возвращается обратно. Второй покрутился, вернулся обратно. Третий, ну когда получается человек предыдущий, возвращается обратно, вы можете этим только выходить. То есть дайте время людям, чтобы они здесь кульбиты вытворяли, там, не знаю, фляги, бланжи и все остальное. Вот, нижний брейк можно, если хотите. Гитару можно? Ты будешь для себя гитару строить? А, ну, тебе надо за гитарой смотаться? То даю тебе 2 секунды. Раз, два, у тебя секунды неправильно. У нас раз, всем что? Два, всем что? А вот только сейчас прошло 2 секунды. Как раз она успела, видела? Как человек-пандамен прям. У-у-у! Как я, быстрый, резкий, опасный мокасин красный. Итак, ну что ж, поехали. Спонтанное косплей-дефиле в клубе Вильен Парк Ампай Пати 2 встречаем. You're trying to
такой. Одиночное косплей перешло в дуэт. Ну что ж, а теперь все вместе давайте на центр. Покажите себя все вместе. Все вместе. Все, хватит торговать телами, успокоились. Успокоились. Все, тут разогрелись, а прям аж пот везде. Будете рекламу, да? Душ хотите принять? Итак, ладненько. Ну что ж, как обычно, данное косплей-дефиле у нас определяется методом всеобщего голосования. И кто у нас за номер один? За номер два? За номер 36? За номер 4? Ну то что, батарейки сели. За номер 5. Я не верю вам, давайте еще раз. За номер 5. За номер 4. За номер 3. Номер 36. За номер 2. И за номер 1. Да, а теперь сейчас вы все такие няшные, подходите к нашему организатору Анечке и оставляете все свои координаты по номерам. Точнее, ну как координаты там, номер паспорта не нужно. Я думаю, кредит на вас оформлять нет смысла. Итак. Может, пойду получу паспорт и вам сразу скажу. Хорошо. Так уж и быть. Я вам честно, мне твой паспорт. Вот кредит напьемся. Кредит напьемся. Не знаю, каких таких целей. Я пока с вами можно чуть-чуть пообщаюсь, да? Я чуть-чуть пообщаюсь, а потом уйду.